ладно. Мы приехали в торговый центр Оренбургский Восход. Хочу вам показать один парфюмерный магазин, который называется Ритуаль. Чего? Янтарь. Опять янтарь. О, блин, капец, смотри, как красиво нарисовано. Он такой вертикальный. А, у тоненький. Угу. Ничего. Вот так. Вот. Я видела рекламу этого магазина. Видите? Теперь мы посмотрим, как в Оренбурге косметику продают. Пойдем? Пойдем. С какой стороны? Какие у нас тут есть фирмы? Эсти Лаудер хорошая. Эсти Лаудер. Смотрите, какие зеленые очки. Вау, какие классные. Сколько они стоят? Я такие очки недорого. Хочу. Да, я хочу такие зеленые очки. Да, доча, правильно? Может, доча, правильно? Еще. Да, я их возьму такие. Что тут? Ритуал? Чтобы что? А, ну вообще все вот так вот обстоит здесь. Все как всегда. Все как везде. Я думала, как у них тут косметика? Ну, фирму, конечно, я одну только, которую знаю. Круглички маленькие, да? Ну, я не стала, я словилась, видишь? А вот смотри, вот этот цвет. Здравствуйте, можете, ты пока гуляешь? Я гуляю. Я пока буду гулять, мне сказали. Пошла гулять. Я хочу бабуле помаду купить. Такую, как ей нравится. Корея. Здесь все корейское. Смотрите, сколько корейского всего. Так, меня интересуют все-таки декоративные. Почему так жарко? Вот смотрите, какие палетки всякие разные. Всякие разные палетки. Что здесь с помадами? Уникорны. Всякие разные. Это что? Видите, блеск для тела. Это весь стенд. Видите, как называется? Чемоданчики. Интересно, что там внутри в чемоданчике в этом? Опять детям. Мочалки. Музыка, конечно, играет. Не знаю, я удалю музыку или не удалю.